Леночка с утра как-то сладенько не проснулась. Я хожу, маслеток ищу вдоль дороги. Я уже показал расстояние оттуда до туда. Так я думала, ты прям по краешку. Он знаете, что мне показывал? Смотрите. Поглядите, какая прелесть. Андрюш, ну-ка иди-ка, будешь брать. Давай. Ой-ой-ой. Ой, какой красавчик. А. Ой, ой. А с кисточкой. Кисточкой обмахни ее. Давай. А то он шершавенький такой. Класс. От песочка. От песочка. Ой, как-то... ой, какая нога. Ух ты ж, ух ты ж. Тянем, потянем. О, вытянуть. Ух ты ж, ух ты ж, расшатать его надо. Уже слышу, хрустит. О. 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 Ну, песочный или нуля. Ничего страшного. Надо сейчас пониже его обрезать. Я сейчас все очищу, не надо. Подожди, я сама все сделаю. Он твёрд. Хочу показать вам вот такой грибок. Он похож на лисичку. Но если вы перевернете, то вы увидите иголочки. Есть такие грибники, которые в ужасе кидают этот гриб, кричат: а-а-а, ложная лисичка, мы сейчас все умрем. Не беспокойтесь, никто не умрет. Этот гриб съедобный. Вот в таком вот возрасте, в таком размере он может горчить. Если он маленький, вот такой. Смело можете его брать. Единственное, что я когда его беру, я вот эти вот зубчики, вот эти иголочки счищаю. И то лишь только потому, что когда варишь, они вот так вот летают по всему маринаду, бульону. И получается как, ну, не очень красиво. А так, это ежовик желтый, абсолютно не ядовитый гриб, вот так скажем, условно съедобный. То есть условно съедобный означает, что его можно употреблять в пищу после термической обработки. Либо отваривания, либо обжаривания. Лисичка, кстати, является просто съедобным грибом. Его можно, этот гриб, употреблять в сыром виде. Ежовик желтый после отваривания, обжаривания. Зашли с Андрюшей в новый барочек. Мы тут не были. Первый раз зашли. Чернику он вон там по краешку ходит, смотрит. Там вот лесная дорога. Там лесовозы, что ли, ездят. Ну, прям лесная-лесная. Смотрите, что я нашла. А? Красавчик. Да какой же ты красавчик. Хоть ты и поеденный. Это ничего не меняет. Не меняет. Не будем мы брусничку. Опа! Вот он. Ай, какой он красивый. Гляньте. Вот такой лес. Вот он. Весь поеденный. Я, конечно, понимаю, что камера не может передать красоту, ту, которую видит человеческий глаз. Ну, это невероятно красиво. Какой шикарный бор. Солнышко, сегодня замечательный день. Какая красота. Я думаю, многие из вас видели вот такой грибочек. Маленький костерок. Этот гриб несъедобный, я вам сразу говорю. Называется он, не знаю, как ударение правильно, колоцера клейкая, либо колоцера клейкая. Я так подозреваю, поскольку это латинский язык, то, скорее всего, ударение будет на О, колоцера клейкая. Он, ну, ничем не примечательный, кроме своего вида. Маленький костерок.
Его всегда очень хорошо видно в лесу. Очень красивый. Мы его всегда фотографируем, если находим в лесу. У него такие маленькие рожки. Сейчас сфокусируется. Ну-ка. Видите? Рожечки. Прикольный грибочек. Ну-ка, тут рядышком нет. Нету. Рядышком нет. Смотрите. Идем, собираем масляток. Вот, прям вот таких от маленьких-маленьких. Смотрите, кого нашла. Опа! Ха-ха-ха! Ой, какой он молоденький! Ай, какой он классный! Заюж! О! Масленок! Гляньте, какой масленок! Ага. Смотрите, какая прелесть! Давай, решу! О, точно масленок! С беленьким. Прям классный. Настоящий осенний масленок. Посмотрите. Ой, какая красота. Грибочки начинаются потихонечку. Потихонечку начинается. Но этот вообще прелесть. Ой, какой он красивый. Какая у него ножка белая. Посмотрите. Красавчик. Ай, какая красота. Тоже хочу.